Бессмертный полк этого года будет не похож на другие. Воспоминания о поколении победителей соберут воедино в социальных сетях. В Чувашии объявили о старте всенародной акции. В эти дни нам приходится пересматривать свои планы. Вот и юбилейный парад Победы перенесен. В условиях пандемии любое массовое мероприятие – угроза здоровью. Для шествия бессмертного полка свои просторы открывает интернет. Поделиться воспоминаниями о тех, кто воевал за мирное небо над головой, можно в социальных сетях. Так, под хэштегами «Вместе гордимся» и «Перле Мухтанатпор» в Рио главы региона опубликовал рассказ о своем дедушке Федоре Максимовиче Григорьеве. Боевое крещение и первое ранение он получил под Смоленском. После госпиталя он вернулся в строй и сражался под Москвой. При обороне Москвы он был повторно тяжело ранен, после чего по состоянию здоровья был комиссован. Григорьев Федор Максимович награжден 2 медалями за отвагу и за боевые заслуги. Жители республики уже последовали примеру Олега Николаева. Вот юная Вероника посвящает героям войны стихи. Победа пришла в 45-м году. Вечернее небо, победы салют. Солдаты России наш сон берегут. Я вырасту, детям своим расскажу, как прадеды их защищали страну. И вот еще одно проникновенное видео от почетного гражданина Чебоксар Ивана Долгушина о своем отце. Я горжусь своим отцом, Долгушиным Иваном Фроловичем, который принял свой первый бой в сентябре 41 года, который в декабре 42 года награжден медалью за оборону Ленинграда, который 900 дней вместе с жителями Ленинграда пережил блокаду, защищая город. Из солдатских треугольников отца я, 5-летний мальчишка, навсегда запомнил о дороге жизни через Ладогу. Шествие бессмертного полка по социальным сетям обещает стать масштабным. Всего за сутки под хэштегами акции опубликовано порядка 100 видеороликов. Сам бессмертный полк, он приобрел очень мощное, популярное движение в нашей стране, и не только в нашей стране, по всему миру. Но при этом ведь его значение и важность заключается в том, чтобы мы помнили о тех героях, помнили об их подвигах. И я думаю, что будет не менее интересное шествие, ну, пусть даже дистанционное и достаточно интересное. То есть получается своеобразный такой вот парад. Так отметил Олег Николаев. Соберется богатый видеоархив. Это страница истории, которые жители региона пишут вместе. Перле. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.